Другая авиакомпания, давайте поговорим о ней, шокировала интернет-пользователей совсем не уходом с рынка. В сеть попало видео грязного самолета Saudi Arabian Airlines. Давайте посмотрим на эти жуткие неприятные кадры. Ролик опубликовали в Facebook. Его автор снял заваленный мусором проход в салоне лайнера. Борт направлялся из города Джидда на западе Саудовской Аравии в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Туалеты на воздушном судне также оказались крайне грязными. Я не знаю, показывали мы эти кадры, нет, но я вообще впечатляю, как думаю, и вы тоже, какие там могут быть вообще, что там можно увидеть. Ну, что можно сказать при всем при этом, что Saudi Arabian Airlines, это вообще флагманская авиакомпания Саудовской Аравии, что вот странно, конечно, сочетание одного и вот этих кадров. Она работает в сфере как внутренних, так и международных перевозок, и в числе ее направлений сейчас Ближний Восток, Африка, Азия, Европа и Северная Америка. После этого видео, конечно,